Всем привет-привет, дорогие друзья! Ну что, я сегодня хочу вам показать то, что я заказала, на что давно смотрела. И знаете, как-то до этого считала, что такого не нужно нам. Но когда посмотрела, как девчонки заказывают, одна организация их уже энное количество заказала. Ну, о чем я это рассказываю? Это о мужском триммере. Вот такая вот красота. Он у нас, в принципе, уже, чтобы быть точной, может, года два. И у нас как бы всегда с такими аксессуарчиками бывает. То есть компания проверяет, как окупается, как он покупается. То есть выпускается такая вот пробная партия. Он, конечно, сразу зашел, но у меня, по-моему, даже никто не заказал. Затем, наверное, перед прошлым 23 февраля появился... Опять же, повторюсь, в одной организации заказали, может, штучки 4. И сейчас вот перед Новым годом, опять же, та организация, по-моему, заказывала 6 штук. И сейчас смотрю, очень много у кого есть. Плюс у меня заказала знакомая, ну, сами понимаете, как бы не мой заказ, не имею права открывать. А вот заказала у меня знакомая. Я попросила, чтобы она открыла, как говорится, пощупать, потрогать его и... сказать, что я осталась в восторге, это ничего не сказать. Качество на высоте, как говорится, сейчас вам все покажу. Первое, что мне нравится, что этот триммер работает от розетки. Вот, то есть он не на батарейках. И вот даже как заявлено, что может работать, я так понимаю, не выключая, до 5 часов непрерывной работы. И он подходит для всего, где есть какие-то нюансики у мужчины. То есть это и коррекция и усов, и бороды, и бакенбардов, и где-то сзади, знаете, вот подровнять, может, какие-то нюансы на шее. Дальше уши, ноздри, брови и так далее и тому подобное. Ну, одним словом, не буду разглагольствовать, покажу его. Во-первых, такая вот... небольшая, но презентабельная, можно сказать, коробочка. Значит, где показано, что, как пользоваться. Значит, что заявлено, что мне нравится, что на русском все языке. Перед первым применением произведите зарядку триммера. Для зарядки подсоедините кабель, входящий в комплект триммера, включите все 220, ну, как бы понятно. Продолжительность первой зарядки 10 часов, то есть все заявлено. Дальше по окончании зарядки отключите от сети и отсоедините кабель. Присоедините подходящую для ваших нужд насадку. Обращаем внимание, здесь две насадки, сейчас их покажу. Роторную или плоскую. Включите триммер, для включения сдвиньте переключатель вверх. После завершения бритья выключите триммер, сдвинув переключатель вниз. При необходимости промойте насадки, предварительно отсоедив их от триммера. Ну, это как бы понятно. Есть и на английском языке, и все показано в значках. Артикул его, сразу скажу, 11806. Дата изготовления июнь 21-го. То, что я и говорю, это уже повторная партия. И плюс, сразу хочу сказать, гарантия тоже 12 месяцев. То есть от того дня, когда вы получили этот триммер на офисе, идет 12 месяцев. Поэтому сразу рекомендую чек на всякий случай не выбрасывать. Вот вы на офисе получаете чек, то есть не выбрасывайте. Если вы у кого-то заказываете, значит, этот, у кого вы заказываете, должен об этом позаботиться, грубо говоря. Так, открываем. Вот я решила заказать на подарок. Раньше, как говорится, муж у меня... на это не обращал внимания, сейчас и брови приведи в порядок, и уши, и то, и все. Ну, правда, еще на ноздри не переключился, но мало ли. Значит, вот упаковочка, вот зарядка, вот полностью полноценная зарядка, точнее шнур. Дальше щеточка, чтобы чистить. Дальше... сменная насадка. Здесь, я так понимаю, вот эта вот штучка, да, снимается. И вот сам по себе
триммер. Так, и сейчас покажу самую важную деталь упаковочки. Добротная штучка. Сейчас скажу, с чего все это произведено у нас. Пластик и металл. Я думаю, пластик видно где. А вот эта штучка металлическая. Вот сюда вставляется шнур. Дальше видите, здесь защита. Здесь вот такая вот насадочка. Родная, можно сказать. Вот это включить-выключить. Одним словом, мне кажется, очень достойный подарок. Поэтому решила заказать заранее. Кажется, да, до 23-го у нас еще время есть. Но, как говорится, не первый год Faberlic. Знаю одно, что чем ближе будет к самому празднику, могут разобрать. Как я всегда смеюсь, большой семье не щелкает. Поэтому обращаю ваше внимание, если вашему мужчине нужна такая штучка, помощник, не откладывайте на потом покупку, заказывайте сразу. И плюс это шикарнейший подарок брату, папе, дяде, даже, мне кажется, и начальнику где-то вот что-то скинуться. Ну, как говорится, в зависимости от того, какие у кого отношения, плюс знаете вы или нет. Любому парню, куда идешь в гости, я думаю, такая штучка пригодится. И я знаю одно, что иногда люди сами себе пожалеют купить. Поэтому обратите на вот этот триммер внимание. Еще раз повторюсь, артикул его 11806. Значит, пока в Беларуси он есть. Значит, цена по каталогу 37 рублей 69 копеек. Конечно, когда вы будете покупать, у вас автоматически сработает скидка. Если у вас нет личного кабинета, всегда под каждым видео, под этим тоже, есть ссылка для самостоятельной регистрации, где вы автоматически получаете доступ к ценам склада. Вам нужно всего лишь ввести все свои данные, придут смс-ки, затем вы заходите на сайт, все в смс-очке придет, заходите на сайт под своим логином и паролем, выбираете адрес доставки, какой у вас ближайший, вводите артикул 11806, поисковик находит, и вы оформляете заказик. Примерно сумму я вам не скажу, но где-то плюс-минус, где-то может 31 рубль выходит вот этот триммер по дисконту. Поэтому еще раз обращаю внимание, заказывайте прямо сейчас, не ждите следующей недели. Тем более просмотров очень много, всех заинтересуют, и, сами понимаете, не будет. Ну, а кого со мной еще нет, добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь, скоро будет новое полезное видео. Потому что, если кто-то не в курсе, у нас вовсю уже шагает третий каталог, который уже праздничный. Всем пока, с вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер, всем до скорых встреч!